Листар, меня зовут Лиза, и сегодня новое видео на моем YouTube канале. Перед началом видеоролика подпишись на мой канал и поставь лайк этому видео. Ну а мы начинаем. В этом видео я расскажу вам, почему так долго меня не было на YouTube. Весеннее оформление канала и изменение контента. Все это увидите в новом видео. После видео про трейлер моего канала, ссылочка будет в описании, посмотрите обязательно это видео, если вы еще не видели. Я очень сильно заболела, и после того, как я вышла из больничного, я очень много пропустила в учебе, и я начала все это догонять. Потом были еще другие свои личные проблемы, которые сейчас рассказывать не буду. Это все просто было в один такой вот шар. И ни настроения, ни настроя у меня не было, чтобы снимать видео. Сейчас уже все хорошо, я все догнала. И за эти 2 недели очень многое успела. Сейчас я снова с вами. Спасибо, что вы меня не бросаете, то, что вы меня ждете, вы мне пишете комментарии, на меня подписываетесь. Спасибо вам большое. Сейчас видео будет выходить в стандартном режиме, то есть я постараюсь несколько раз в неделю выпускать видео. Так что вот так. Еще довольно интересный пункт – это изменение контента на моем канале. Много раз я говорю о моем канале, но на канале Лиза Стар начинается новый контент, да. Я вчера сидела и очень долго думала, что я снимаю все одно и то же. Одноэтичные видео, такие как влоги, потом мы что-то рисуем с вами, что-то делаем, заполняем ежедневник, после чего я снимаю обсуждалки, либо что-то разговорное, и потом опять все одно и то же. Я хочу попробовать себя в новом контенте, в новом формате видео, таких как скетчи, песни в реальной жизни, ожидания против реальности и многое другое. Другого контента, чтобы вам было интереснее смотреть, чтобы мы вместе с вами росли не вниз, а наоборот только вверх. Обязательно напишите, что вы хотите видеть на моем канале, какие видео, какого формата. Пишите, я буду все читать, все идеи буду смотреть, и некоторые, даже, может быть, все, буду снимать на канал. Ребята, вдобавок хочу добавить, что видео, влоги, заполняем ежедневник, обсуждалки, они тоже будут выходить, просто будут вперемешку с новым контентом. Потому что сейчас я просто плаваю вот во всем этом и пытаюсь найти ту тему, которую я хочу вести на своем канале. Но пока что тематика моего канала неограниченная. Как и говорила ранее. Многие знают, что 12 мая у меня день рождения. Мне исполнится 15 лет. Да, это довольно значимая дата для меня лично. И поэтому давайте до 12 мая вместе с вами наберем 250 подписчиков. Если ты еще не подписан, то смотри вниз, заходи, подписывайся. Итак, вы уже знаете, что совсем скоро мне день рождения, через 2 месяца. Но для меня это правда уже довольно скоро. К своему 15-летию я хочу кое-что поменять себе. Первое — это имидж, то есть я хочу осветлиться, а точнее покраситься. Буду такой блондиночкой, да. Волосы немножечко мне будут короче, вот примерно вот так. Чуть-чуть я отрежу буквально. Второе — это стиль одежды, который я хочу поменять себе. Третье — я хочу поменять манеру общения, заняться каким-то хобби. Я безумно хочу начать петь. Это для меня что-то такое необыкновенное. С этого дня я уже занимаюсь вокалом, и посмотрим, что из этого выйдет. Просто мне эта тема довольно интересна, и как-то я с детства очень хотела научиться петь. У меня есть слух, но нету голоса. Поэтому сейчас я ставлю себе голос, чтобы что-то запеть, что-то записать. И да. Вот такой получился выпуск обсуждалки. На самом деле он безумно маленький, он очень маленький. Но завтра, либо же послезавтра выйдет видео, которое будет намного больше, намного длиннее. И будет вам безумно интереснее на него смотреть. А на этом было все. Всем удачи и пока! Пока-пока-пока! Увидимся в новом видео!